Хорватскую кухню сравнивают с итальянской, лишь с той разницей, что в ней гораздо меньше экзотических ингредиентов и больше рыбы. Каждое блюдо щедро сдабривается местными пряностями и оливковым маслом, благодаря чему пища становится еще более аппетитной и ароматной. Основу почти каждого хорватского супа составляют говяжий или куриный бульон. Основные ингредиенты – рис, вермишель, иногда – клёцки. В хорватских ресторанах можно попробовать привычные для русского человека супы, томатный и уху, с той лишь разницей, что томатный суп разогревают, а уху называют просто «рыбным супом». Попав в Хорватию, рекомендуется попробовать чарбу и манештру, оба блюда настолько сытные, что зачастую есть что-то на второе не приходится. Особенностью чарбы являются кисломолочные ингредиенты. Манештра же в чем-то напоминает итальянское минестроне, но говорить об этом самим хорватам не стоит, расстроиться. В ее состав входят макароны, фасоль и кукуруза, блюдо не очень жидкое, поэтому его можно назвать простым рагу. Национальная кухня Шри-Ланки, что попробовать на отдыхе, приехав в Хорватию на гастротур, следует прежде всего попробовать местные морепродукты, устриц, навагу, лангустов, зубатку. Рыбные деликатесы в ресторанах хорватской кухни разнятся по стоимости и, местами, по вкусу, самой ценной считается шкарпена, белая рыба, оставляющая очень приятное послевкусие. Следом за ней идет морской карась, его отличительной особенностью является едва ли не полное отсутствие костей. Завершают список высококлассной рыбы дораду, барабулька, сибас, морской язык, бранцина, камбала. Следом за ними идут ставрида, скумбрия и так называемая «голубая рыба». Даже если вкус этих рыб знаком, хорватам все равно удается удивить туристов благодаря причудливой смеси приправ. Меню Дракулы, кровавые блюда и напитки, несмотря на то, что рыба остается изюминкой Хорватии, мясо здесь тоже готовить умеют. Лучшее доказательство тому – пэршауте, свинина, приготовленная на углях. Подается вместе с сыром, луковыми колечками и оливками. Висковачки бегавицы – блюдо из мяса ягненка, сдобренное ягнячим молоком. Если в хорватской семье есть винодел, наверняка есть и собственный рецепт паштицада, говядины, приготовленной в домашнем вине. Ну, а если выбирать между разными видами мяса не хочется, можно купить чабана со зленичина, блюдо, приготовленное из кусочков свинины и говядины. Знаменитые фестивали и празднования в Хорватии. Попадая в Хорватию, не следует скромничать и питаться как попало, если есть возможность попробовать блюдо национальной кухни, это обязательно нужно сделать. Но вот с ценами нужно быть поосторожнее, если в меню указана стоимость за 100 грамм, то и рассчитывать порцию нужно исходя из этого количества и обязательно сообщить о своем выборе официанту, чтобы не заплатить баснословные деньги. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.